Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг, продолжаем проходить The Chant. Так, а чё у меня там? А, лаванда одна сейчас прям закончится, блядь, конкретно. А я мангохут выведу, посмотрим, что у нас тут. А откуда я? А, да-да. Бараном же побил, вроде бы как. Японорама, кто это? Ты чё, бля? Как, блядь, зомбака что ли превращается? Ну, раз просадочки, бля, пошли. Ладно, бля. Делаешь, блядь, все бьет. Тони, ты попадешь в беду. А зачем нам вообще к нему идти? Он с камнем сейчас пришибет, блядь. Тони, что ты творишь? Тебе меня не остановить, Джесс. Как не смогла остановить собственную сестру. Заткнись! Ты одна. В страхе. В темноте. Теперь ты знаешь, каково было твоей сестре. Когда она тонула! Лекарства и кристаллы. Хитро, но я понял. Ты чё, козёл, бля? Починить надо. А. Ну, хотя бы свет есть. Загорелся, бля. Хорошо. А то я думаю, как мы в темноте-то будем тут ходить, блядь. Сразу же с ума сойдет. Ну кто это? Лавки-предохранитель. Жаба какая-то, у меня нечего сожрать. Все плохо. Все очень плохо. А че фонарик-то не загорается, я не понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На свет, быстрее. Куда тут перенаправить энергию? Нихера не понятно. Непонятно. Ну давай-ка сожри. Чуть-чуть, блядь. Мозга восстановить. Вставляй. О. О, это лучше. Наверное. Жаба какая-то, блядь. Как с ней драться? Как с ней драться, блядь? Черт возьми. Что это? Чё, ты не видела, что ли? Огромную жабу, блин. Теперь должна заработать. Ага, бля. Подожди! Обочи ее! Сука. Это-то живая еще! Ух, блин. Я уж пересрался, блин.
думал, хана. Хана, думал, пришла. Все, блядь, сейчас жабы сожрут. Так, а этот предохранитель куда? Куда мы вставили? Вон туда надо. А, здесь же вот проход. А я думал, блин, тут как пройти-то? Ладно, все понял. Огненный хлыст, хорошо. Подвид суринамской жабы, эндемичный для острова Славы, заражен паразитическими червями мрака и водится неподалеку от места месторождений призм. Попав под воздействие призматической энергии, черви превращаются в мутагенный фактор, заставляя жабу надуться и замещая собой многие из ее органов, самый видимый из которых язык. Понятно. Оторвать надо язык и выбросить. Сварить с эфирное масло врагов и наносит им урон. Ага. Опа. Имбирь. Хорошо. Давай. Пошли дальше. Куда? Там не жаба, блядь, там осьминог. А, там супер жаба, блядь. Да бей ты ее, блядь. Такой уворот дебильный, я тебе скажу, вот правда. Знаешь почему? Потому что когда уворачивается, она падает, блядь, на колени там или на четвертинки. Да гаси ты ее! Гаси ее! Гаси, что ты останавливаешься? Фу, тварь, блядь, забрызгала. Еще предохранитель. Сколько тут предохранителей-то? А, призматический кристалл. Это на прокачечку. Так, ну допустим, а куда этот предохранитель вставлять? Короче, она вот так вот падает и пока встанет, блядь. Пока вот это все, столько времени проходит. Хрень полная. А, это теперь в тот, наверное, который он разбил, да? Скорее всего. Может, здесь-то мы во все вставили. Этот и так работает. Вот сюда, да? Ну да. Хорошо, так, а я могу сделать себе? Нет, не могу. Чё не могу сделать? Так у меня есть масло, соль, масло. Соли нету, масла. Так, надо помедитировать, слушай. Так, помедитировать и сожрать имбиря. Вот так. Наверное, он пошел сюда. Наверное. Куда же он еще пошел? Если его там не было. Наверное, сюда. Так, вот что опять происходит? Хоп-хоп, блядь. Пошли зигзаги, блядь. А должна ровненькая линия быть. Ты только посмотри. С чего так FPS подседает, проседает? Где, бля? А, скотина. А ну, отвали! Как мне туда войти? Интересный вопрос, как мне туда войти?
Вот тоже интересно, как туда войти. Так, здесь все запечатано каким-то этим туманом вонючим. Наверх, прикинь, слазить. Полезли сразу наверх. Кустик шалфея. С шалфея я могу делать вот эту штуку. Но я пока не буду делать. Так, грибочки. Угу. Кушаем грибочки. Найти Сони. Да мы его уже два раза нашли. Он все убегает и убегает. Гад. А где мы вообще? Че это? Деревушка какая-то. Так, че тут вообще на этой вышке-то? Бля. Ключ от навесного-то, ага. Сюда надо что-то поставить. Потом покрутить, да? Угу. Надо шестерню и ручку какую-то. Пошли искать. Грязная уже вся. Можно где-то помыться, валяй. Одежду постирать. Как бичи ходим. Грязище. Так. Здесь у нас открыто, нет? Дверь закрыта. Естественно, блядь. Она будет не заперта. Так, сюда пошли тогда. Пардон. Тут вообще, блядь, не пройти нигде. Так, так, так. А чё ж тогда? Пошли туда тогда. Раз мы сюда никуда не можем пройти. Подожди. А, здесь тоже. Такая же херня, да? Скотина. Жжется, блядь. Хрен с вами. Здесь открыто. Так, здесь пленку можно посмотреть. Чтиво почитать. Сэр, с прискорбием сообщаю вам, что условия в шахте ухудшились. Рабочие крайне взвинчены. Драки среди низших классов никогда не были редкостью, но это, по моему мнению, выходит далеко за рамки нормы. Только на прошлой неделе трое шахтеров были убиты во время ссор, а еще шестеро погибли в результате несчастных случаев. Если так будет продолжаться, недостаток рабочей силы может снизить нашу ежегодную выработку на 15%. Я приложил все усилия, чтобы докопаться до причины такого состояния дел, но до сих пор не нашел никаких следов провокаторов или саботажа. Мистер Клэренс предположил... Причины этого поведения могут быть залежи недавно обнаруженных кристаллов, но я считаю это невероятным. На мой взгляд, все дело в распущенности и имманентном отсутствии у рабочего класса нормальной дисциплины. Лучший способ справиться с этим – сильная рука. Пока что я запретил в лагере алкоголь и присутствие незамужних женщин. Как вы помните, в прошлом письме я предложил нанять дополнительную вооруженную охрану. Прошу вас незамедлительно принять решение по этому вопросу. Если у нас будет еще пара десятков крепких и хорошо вооруженных парней правильного характера, я уверен, что мы сможем призвать рабочих к порядку и нагнать отставание от плана. Искренне ваш Дж.С. Кэмпбелл, менеджер Glory Island Mining Company. Майнер, сука. Майнер, отдавай видяху, бля. Че, бля, козел. Мы вот эту-то пленку, блядь, смотрели. А нет, ползун кривляка. А че мы не смотрели? Мы какую-то нашли, вставили ее, а там то же самое. Приветствую вас, дети мои. Должно быть вам любопытно, зачем вы здесь? Каждый из вас особенный и избран благодаря своей особой чистоте. Но некоторые из вас, дети мои, в последнее время вели себя неподобающе. И как ваш отец,
я обязан приструнить тех детей, которые ведут себя дурно. Я люблю вас всех. Но если кто-то прервет ритуал или покинет круг во время его проведения, я зашвырну его за гору стыда и отсыплю столько ударов огненной плетью, сколько вы заслужили. Призмология помогает нам сфокусировать эту энергию, чтобы превратиться в движущую силу Вселенной. Обрати свой мрак во славу. Вот это мы, по-моему, не слушали. Ладно, пошли отсюда. Огненной плетью. Ёкарный бабай, опять загончик. Что это за звук? Вот что, блин? Опять какая-нибудь херотня. Вот что это за звук. Одна сплошная чертовщина. Так. Мама! Пошел вон! Ты чё, блин? Обошёл ты... Да этот, как его, из сталкера-то такие с противогазами прыгали, бля, как, забыл, как они называются, бля. Короче, вы поняли, да? Чепушилы такие. Как они назывались там в сталкере, блядь, уже не помню. Понорама, все тут в кровище. Еще призматический кристалл. Так я, может, прокачать что-нибудь могу? Например, что? Вот это что? Увеличить шкалу тела. Шкалу тела, блин. Получить к разуму от медитации. Надеюсь, меньше урона при атаках. Во, вот это хочу. Меньше урона при атаках. Хорошо. Тут прятался козел, блин. Опа. Какой красивый остров, да? Столько всякого говна здесь. Так, я могу теперь этот веник-то сделать? Могу. Веник, он побаще как-то бьет, чем этого. Пучок этой лаванды или чего там, блин. Шалфея, блин. Шалфая. Лавандолфея, блин. Когда найду, заберу все себе. Все мое. Ну там найдешь, блин. Умоляю тебя, остановись! Ставь меня в покое, ты ведьма! Сам ты ведьма. Ты че орешь-то? Он рядом находится, а она орет, как будто он... Вот он где-то вдалеке, блядь. Чё, мать? На. О, так это я обратно вышел, да? Куда идти-то теперь? Опять куда-то убежал, тварь. Здесь нет ничего. Где ручки-то там, эти все... Геротня, которую там надо вставить. Были железные ворота еще какие-то, не знаю. Не убегай, Сонни! А. Ты самозванка! Понятно. Не ходи за мной! Черт! Придется искать другой путь. Так... Как он? Как он туда пробегает? Видишь, как оно уворачивается по-дебильному? Ты чё, бля? Хера себе! Он меня сейчас убьет. Фу, бля. Ты мразь. Забывай про эти банки. Надо было замедлить его и надавать ему по лещам, блин. Веткой, блядь, горевшей. Я тебя не приметил, а?
Мне бы здоровье восстановить. Ой, это что такое? Да ты что ты делаешь? А, ну конечно, питания нет. А ну конечно, блядь. Ни хера здесь нету. Как туда пройти-то, я теперь не понимаю. Сюда я заходил, да, бобинус вот. Угу. Говорит, найти другой путь. Какой? Обожгись. Сука, больно, бля. Тут заперто, бля. Куда идти-то? О, уже не заперто, бля. А этот черт отсюда выбежал? Заперто же было. Дорогая моя Мод, надеюсь, ты и малыши Артур и Милли в полном порядке, и твой муж тоже. Я обрадовался новостям в последнем письме, где ты пишешь, что он снова нашел работу. По прибытии на выработке острова Славы я обнаружил, что условия для организации профсоюза тут неблагоприятные. Все тут как будто с ума посходили на предмет необычных кристаллов, найденных на острове. Любой спор быстро превращается в ругань, а то и в драку. Почти как золотая лихорадка. Хозяева ответили на это типичной жестокостью. Под предлогом наведения порядка мастера и их громилы избили нескольких рабочих до смерти и забрали их имущество себе. Я ожидал, что это даст новый толчок попыткам объединиться, однако по какой-то непонятной причине каждый думает только о себе и этих проклятых кристаллах. В настоящий момент я очень серьезно рассматриваю возможность уехать, как только снимут комендантский час. Передай горячий привет Э и М, твой любящий брат Чарли. Так, чё, где тут это запчасти-то эти вонючие? Короче, эти кристаллы, их тут всех с ума сводили, они начинали драться друг друга, убивать и все проще. Бобина еще одна. Шелоп. Я не понимаю, где найти-то мне эту херню. Эфирное масло взял. Запчасти, шестерню, да там еще что-то. Тут что, ничего нету? Как так-то, блин? В каждом шкафу должно что-то быть. О, это мы прошли с этой стороны. Ага. Хорошо. Так, могу сделать еще один веник? Могу. Веник он хорош, блин. Так. Угу. Давай здесь сначала пройдемся. Ты меня не поймаешь, нет! Я там не сидел! Не ты! Козел, бля. Везде заперся. Так, еще тут лавандочки есть. Мне бы что-нибудь это, имбирь где, бля? Здоровье бы подвосстановить как-то надо. Опа. А ему похеру, блин. Под кристаллами. Они все сошли с ума. Да. Так же, как и ты. Все потому, что их чакры забиты грязью. Я не такой. Чакры, блин. Почему имбиря не встречается? Что за херня? Что ты там делаешь? Срёшь? Я уже рядом. Совсем рядом. Я чую запах. Оно здесь. Должно быть здесь. Запах, блин. Зачем ты здесь, Джесс? Сонни, прошу тебя, тебе нужна помощь. Оставь меня в покое! Черт тебя дери, не убегай! Не подходи ко мне, Джесс! Ты одержима! Ты не владеешь собой! Смотря... Джесс, ты ничтожество, неудачница! Это смотря кто одержимый, блядь. Чувак, одержимый здесь ты. Что-то попутал. Так, ладно, я откуда вышел? Я вышел отсюда, да? Пошли сюда. И дверь сразу... Умоляю тебя, остановись! Я не буду с тобой делиться, Джесс.
Они мои. Это мой великий шанс. Мой! Пошел ты, блядь, я бы вообще за тобой не ходил, если честно. Я звежаба, кишащая жирными червями мрака, которые время от времени откладывают тысячи яиц в оставшихся органах я звежабы. Так что та бьется в агонии. Тем не менее, диссекция обнаруживает только неразвитые яйца, что запускает их развитие. Не дайте им влупляться. Блять, еще яйца какие-то, которым нельзя давать вылупляться. Зон такой выглядит, как в фильме из 90-х. Дайте мне вот эту кирку, блин, я ей буду драться. Ей там, наверное, вообще побаще прям. А, ну хотя я не шета. Блять, одержимые, поэтому с ними только такими методами бороться надо. Шалфеем там, да всякими травами. О, сейчас я звежаба будет. Сука, уезжаем. Думаешь, мне хочется драться Сонни. С я звежаба. Имбирь, имбирь! Сука. Пожалуйста, не надо, блядь. Я не хочу драться, блядь. С этими огнежабами. Она уже где-то здесь. Я ее слышу. Я ее слышу. Сейчас прыгнет тварь сверху. 100% говорю. Сука, откройте, блядь. Не хочу. Давай, выпрыгивай. Где ты там, говно поганое? Сука! Да тварь! Вон там! Чё вон там? Где? А, сука. А, блядь, двое. Так, отходи. Да там тут вонючий лифт приедет, блядь. Я думал, все, мне хана, блин. Ух, бля. Пересрался куда конкретно. Пошел, черт его побери. Че, нету, что ли? Давай соль, блин. Все масло потратил, падла, бля. Почему они его не бьют, блин? Че он, блин? Это самое... Особенный, что ли, какой-то? Ткач использует свою кислотную желчь и острые передние конечности, чтобы прорезать сухожилие и обездвиживать жертву для дальнейших транспортировки вглубь своего улья. Эта желчь способна растворять камни и саму реальность. Нам нужно отловить одного ткача, чтобы использовать его для создания портала. Отдельные спящие ткачи могут также оставаться в протоульях, собранных из биомассы, и покидать их только при наличии угрозы. Они проходят метаморфоз. Какой ткач, блядь. Тут так уже дохера всяких уродов, блядь. Еще ткач какой-то, блядь. Капец, блядь. Мы с МакГрегором согласны в том, что кристаллы влияют на сознание людей.
Мы считаем, что они также связаны со множеством странных происшествий. Звучит немыслимо, но мы не можем придумать другого логичного объяснения. Естественно, блядь. Ничего не можем. Можем только отбиваться от этих чмарей всяких. Так. Что мне надо? Мне надо сожрать вот так чуть-чуть. Лаванды. Горные. Горная лаванда. Та-ра-та-ра-та. Ни с кем не поделюсь. Я всегда делился, но на этот раз ни за что. Забери ты себе все это, мужик. Я так близко. Я так счастлив. Будет великолепно. Счастливчик, блядь. Да. Полынь? Полынь для чего? Как мне туда пройти-то? Здесь же это говнище. Кач пришел. Желтая призма, подвеска, кристалл, вырезанная из апатита. Этот кристалл можно применить для подпитки вашего честолюбия и уверенности в себе. Высвобождение накопленной в призме негативной энергии может повредить окружающим вас людям. Преследовать шелоп. Как в смысле? Черт. Можно я не буду? Какого хрена? Побежали, блин. Здесь! Уберись! Отстань! Что за бред тут происходит? Отстаньте, мозгоклюи! Убери от меня эту хреновину! Нет! Свойства желтой призмы. Поднимает из земли забор из острых шипов, наносящий урон. А как им пользоваться? Это... Ну, выбрал, а как пользоваться? Не знаю. Макгрегор застрял в шахте из-за локального обвала. Крепеж ставили спустя рукава. И чем дальше, тем хуже, несмотря на все наши жалобы. Мы могли бы его вытащить, использовав направленный взрыв. У нас даже был динамит, но кто-то украл со склада все запалы. Я пошел наверх, но никто не выдал мне запал. Они только разорались на меня. И теперь Макгрегор мертв. Клянусь, я кого-нибудь пришибу. Это я не до конца понял, как пользоваться этой херней, которую выбираешь. Длинный фитиль, блин. Похоже на какой-то фитиль. На какой-то, блин. Не на какой-то, а на запальный шнур, который надо взорвать. Что-то у меня совсем хреново. Здоровья маловато. Слышу уже кого-то. Сюда надо вставить. Сначала динамит, наверное, надо найти. Ха. Потом вставлять. А во, имбиречек. Опачки. Маленький перекус. Опять это говно. Не хочу, блядь. Что это было? Ты чё, блядь? Таракан, блядь. Отстаньте. Подходите ко мне, уроды! Чё, капсюльный ключ? Отстаньте, бля! Нет, они идут! Кто? Ой, нет! Они идут. Ходи! Че рванет же, блин. Я чувствую! Мои чакры! Они пылают! Чакры, блин! Положи его! Сонни! Мои чакры! Они пылают! Я этого не хотел!
Они обещали другое. Все ты хотел, блин. Сам, падла, пошел за этими кристаллами. Козел, блин. Бегай тут за тобой. Тут завал. Надо как-то зайти с другой стороны. С какой? Че я взял? Посох ведьмы, бля. Посох ведьмы, бля. Че? Нет, ну-ка давай-ка посох ведьмы возьмем. Так, а как с какой с другой стороны зайти? А вот с этой? Вот эти ж камни написано было там, типа они восстанавливают этот мозг или дух. Мозг или дух? Дух, наверное. Что-то я не вижу, чтобы они что-то восстанавливали. Опять драка, блядь. Откуда тут ведьма? Держись, Джесс, держись. Ой, бля. Когда это кончится? Да не говори, вот я тоже так думаю, когда это кончится. Задолбало уже, если честно. Так, лавандочка, хорошо. Полынь. Зачем мне полынь-то, я так и не понял, что из нее делать? Вот, наверное, полынь и еще какая-то шляпа. Понял. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Так, лаванды сожрать надо. Что? А здесь-то куда идти? Сука! Че, мне реально с вами драться надо? Я не хочу. А я не хочу. Его. Так, подожди, на хлыст переключайся. Цветок вонючий остался. А где соль-то выбил? А, у меня нету ни соли, ни масла. Тварь, блядь. На, мразь. На! 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 Пронесло, блядь. Так, что тут, погоди, берем быстренько. Опачки, имбирь. Ну, в принципе, нет, не так уж и много у меня всего тут сейчас забрали. Посох ведьмы хорошо сработал. Опять там это говно, блядь. Сколько можно? Правда, что? А, еще имбирь. Так, это что? Посох ведьмы, хорошо. Масло тоже нормально. Почему 0 из 3? Я же взял масло, блин. Почему 0 из 3? Чё за... Ладно, блин. Вообще заканчивать уже надо. Так, королева гнезда ткачей. Шелла порождается, когда один из ткачей проходит метаморфоз внутри протоулья. Шеллоп может быстро отложить 1000 яиц, одновременно превращая все вокруг в огромный улей. Шеллоп охотится из засады и пожирает свою жертву, возвращаясь в глубину улья. Энергия разума и духа, которую она собирает по дороге, позволяет ей выращивать окружающих ткачей и приближать их к метаморфоз. Вы хотите сказать, что я сейчас с боссом опять буду драться, да? Может, хватит уже? Давай зайдем посмотрим. Ну точно, блин. А не надо было ходить. Я не хочу сейчас драться. В следующей серии хочу драться. Все, замотали тебя, козел. Я не хотел всех подвести. Прости. Прошу тебя. Умоляю, дай мне еще один шанс. Соня, что с тобой? Джесс, Джесс, оглянись.
Охренеть. Подожди. Сейчас он еще призывать будет стопудом. Всех их говнодей. Сейчас отхлещу, тварь. На. Да давай ты бей его. Не дай ему очухаться. Господи, какая мерзость. Вот же тварь. Чего я не могу его бить? Я медитировать же не могу. О, мне хана. Какое нахер масло? О, черт. Я не могу драться-то с ним, ёп. Все, у меня все закончилось, блядь. Осталась одна эта вонючая лаванда. Может быть. А ничего не будет хорошо, блядь. Ничего не могу сделать. А вот это могу сделать. Да блин! Собственную боль. Надеюсь, ты обрел покой, Сонни. Охренеть, блин. Я все потратил, все. Жесть какая, блядь. Хорошо, хоть имбирь есть чуть-чуть. И можно помедитировать. Охренеть. Я уж думал, все, хана мне. Ладно, дорогие друзья, давайте продолжим в следующий раз. А на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока. Удачи.